Доброе утро, мои дорогие уважаемые подписчики и гости канала. На связи канал «Что старой шкатулки». Всех приветствую. Мира, добра, хорошего настроения, крепкого всем здоровья. Вот такой вот прибор, друзья мои. Сегодня он продался и успешно уезжает новой почтой своему новому хозяину, друзья. Смотрите, военный прибор. Покупал я его в славном добром городе Прилуки, когда работал с населением. И вы видите, мне понравились вот тут такие вот, смотрите, клемма 75, тут 85. И... Или, может быть, это год 43-й. Смотрите. Вот шкала. Стекло не повреждено. Все отлично. Здесь такая вот схема. Схема измерения сопротивления. Смотрите. Может быть, кто-то работал с таким прибором. Вспоминайте. Здесь вот ручка. Ручка вращения. Вот такой вот старинный кабель. Переключатель, друзья мои. Кожаный ремешочек. Все здесь есть, все крутится, все функционирует в отличном таком состоянии, друзья мои. Вот такая вот действительно интересная вещь дошла до нашего времени, да? Напишите в своих светлых, добрых комментариях. Все, друзья, будем заканчивать. Всем мира, добра, хорошего настроения, всем крепкого здоровья. Всем пока, удачи, до новых встреч, пока.